Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас необычный стрим. Мы пытаемся поиграть в Aether Trading Card Games. Это... Почему такой выбор? Потому что ребята прислали мне тестовое задание на мой запрос о QA-работе. Вот. И тестовое задание на самом деле очень интересное и специфическое. То есть оно просит меня поиграть в product version продукта. Что меня ведет к интересным мыслям о том, что у людей не хватает тестеров. Вот. И, собственно, таким вот приглашением к работе они пытаются убить двух зайцев одновременно и потестировать игру, и найти какого-нибудь специалиста себе в штат. Да. Ну, собственно, они говорят о том, что это только первый этап. И это даже интересно. Мы как раз недавно говорили со своим другом о том, что тестовое задание не должно занимать 4 часа, иначе это какая-то наёбка. Потому что если это не чисто тест какой-то, не просто пробная проверка ваших способностей, а работа с реальным каким-то кодом или с реальной программой, и в данном случае это продуктовое, ну, то не стоит на это сильно обращать внимание, скорее всего, вас пытается использовать. То есть в данном случае я не буду играть в эту игру 4 часа, я попытаюсь справиться за 1 час. Вот. И я бы сказал, что вот это вот тестирование уже готового продукта, то есть это мы не знаем, что внутри и как он устроен, и куда он, и какие требования изначально для него были, это black box testing, то есть это тестирование черного ящика. И в данном случае это исследовательское тестирование, которое подразумевает, что человек, который им занимается, имеет кое-какой опыт, чтобы находить определенного вида баги. То есть, ну, как бы, если ты не знаешь программы, если ты не умеешь, не имел какого-то опыта, который в тебя въелся, и ты уже на интуитивном уровне знаешь, что нужно тут проверить, что там, давайте вместим в это поле войну и мир, как она отреагирует, то, собственно, исследовательское тестирование будет, ну, интересным опытом, но может быть не настолько успешным. Поэтому, допустим, исследовательское тестирование можно использовать для каких-то реально опытных чуваков, там, опытных мануальщиков. А для молодых это скорее нужно проверять, насколько они внимательны и насколько они последовательны. То есть последовательно прочитать всю там документ, контракт какой-нибудь или что-нибудь в этом роде, или спецификацию, и потом по спецификации проверить, соответствует ли то, что вы видите у себя, ну, то есть проверить то, что предлагает программа там. Или, например, дается большой текст от заказчика, вот, где он пишет, что он хочет и как он хочет. И надо это все дело рассортировать на пункты и, в общем-то, сделать из нее какую-то бизнес-спецификацию, по которой уже, собственно, составлять тестовые планы и тестовые кейсы. И, собственно, дальше тестировать. Вот. Это, наверное, было бы адекватным заданием, а не идти и сразу же в бой кидать. Там, мне кажется, так. Особенно если этот продукт незнакомый,
Вот, например, как в Wargaming пытаются зазвать новых QA-щенков, и им предлагает скриншоты из игры. Как бы мне, как человеку, который не играл в World of Tanks, ну, потому что я считаю, что такие ММО-игры это не совсем для меня. Я готов получать за это деньги, если я буду это тестировать на рабочей основе, но в жизни играть в это мне не очень интересно. Вот. Так вот, они предлагают скриншоты интерфейсов, где что-то не так, а ты должен разобраться, где что-то не так. Если ты не знаком с этой игрой, ты, конечно, обосрешься. Вот. Ладушки, давайте продолжим с нашими авторизациями и прочими вещами. Где-то я буду приостанавливать запись, для того, чтобы вы не видели мои sensitive data, так сказать. Но в целом продолжим. Продолжим. Итак, что у нас тут есть? Смотрите, tab, shift tab работает, отлично. Запомнить меня уже нету такого. Окейушки. Я так понимаю, что нужна регистрация. Окей. Сейчас. Ну давайте войти. Авторизация. Неверный участок. Да, потому что я никогда еще не регистрировался. Ха-ха-ха. Это, кстати, интересно. Ладушки. 96. А почему 96, кстати говоря? 97. 95. А, то есть это просто рандомный... рандомный хер. 99. 93. 94. Ну да, как... А тут прям 100%. Отлично. Отлично. Ладушки. Ну понятно. Короче, это такой между 90 и 100% рандомный генератор, который будет вам выдавать какую-то херню для того, чтобы скрыть, что он куда-то лазит. Вот. Ну и чтобы, как говорится, все вот эти вот линии загрузки, они никогда не показывают правду. Это, ну, какой-то, может быть, где-то немножечко. Но проблема в том, что она нужна, эти вот загрузки, загрузочные линии, они должны, нужны игроку, чтобы он как бы не думал, что игра повисла. То есть что-то должно происходить. Ну и в данном случае такая же штука. Окейшки, ладно, давайте в регистрацию пойдем. Да, посмотрите, Иула. Да. Оно двигается туда-сюда, туда-сюда. Отклонить. Посмотреть. Ладно, принять. Ага, окей. Смотрите условия пользования. А почему оно на английском? Отклонить, я не знаю вас. Так, а это тоже на английском, да? А где русский вариант? Если вы мне уже даете сразу русский вариант интерфейса, то... Where is my Russian contract, please? Окейушки, давайте сразу же и напишем. Вот так, название отчета. Давайте. Они тут мне уже присылали, ну, как бы, в том тестовом задании они написали, как они хотели бы. Ну, допустим, вот, AT, SR Trading Card Game, 001, и, значит, как это заполнять, you don't have user
юзер Юла, надо сказать, кстати говоря, сохраним. Отмен Юла и условия использования. How it is in English, please? Юла and Ether legal contract, не знаю, is only in English. English. Вид. А мы тут чуть не видим, кстати, где вид. Это тоже надо записать. Что тут надо? Так. When user selects. Selects a different localization than English. И a person, то есть, ну, да, давайте на нейтральном, скажем, не he, she, там 30-50 других вариантов, а просто a person, persona. A person does not see, не видит, person should see Юла and Эсер legal notice in selected language. Вот так вот. Expected. Это вот будет expected result. Result. На actual result у нас result. User does not see. User sees legal docs, legal documents only in, правильно, English. English. Yes, it is. Дальше у нас нужна steps, login as a new account, as a new user, дальше login as a new user, go to registration page, 3. Что у нас там? Go to registration page and read legal notes. Notes. Вот так, логин. Это, наверное... Это, кстати, наверное, зависит от... А вот смотрите, как, кстати... Вот такая вот херня тут. Я так подозреваю, что весь этот текст, он как однострочная штука. И то, что мы сейчас видим, это нереальные эти, скажем так, нереальные энтеры. А это, ну, как shift enter. Ну, собственно, я так делаю. Потому что я вот жму end или home, а он мне прямо в самом начале. А не по строкам, а по всему тексту. Окей. Логин as a new user. Окей. Ну или так. Нет, нужно вначале язык поменять. Так. Use. Select. Epic Game Launcher. Я сейчас придумываю, на самом деле. Launcher to be in a different language. Language than in Eng. Дальше. To. AT. Па-па-па. CG. AT-CG. Дальше 4. Я бы тут еще баг назвал. Типа Ether Trading Game Bug.
Вот такая вот длинная, это нормально. Read legal notes. They should be in selected language. In a press. In a preselected language. Или selected. Selected language. Language. Вот так. Вот, severity. Хер его знает. Это нужно с лоерами говорить. Severity. Low. Low. Статус. А чё статус-то? Бля, чуваки, вы тоже хуйню какую-то скопировали просто статус. Статус я отправляю вам, типа вот. In analysis. То есть статус, по идее, должна быть такая херня, которая вот, типа, вот у нас есть какой-то момент подготовки. Окей, мы тут делаем. Дальше идет анализ того, что мы делаем. Этот анализ превращается в анализис. Да, блин. Этот анализ превращается в тест. То есть не в тест, а в dev. Development. Там in developer. Да, in analysis, in dev. Потом идет in test, когда мы сдаем. Потом in pre-test, то есть pre-prod. И наконец in prod. Это такой самый простой. Можно еще посередине где-то интест. Ну, на самом деле это уже есть, как бы. Да, мы отправляем. Типа вот это человек выбирает, надо ли заниматься этим. Дальше, когда считает, что надо заниматься, отправляет этот девелопер. Девелопер занимается, пока оно в этом статусе. Вот. Дальше дев отправляет тестеру, который занимается этим, проверкой того, что оно соответствует условиям. А потом это отправляется в препрод, где оно опять же проверяется в определенный период времени, что все ли так работает так, как надо. Ну и наконец оно вот оно уходит сюда, в прод, где мы, собственно, сейчас и находимся. Вот. Где-то посередине могут быть еще этапы, но это совершенно уже другой момент. То есть, ну, кто как делает. То есть, например, могут, типа, вот, мы в девелопменте и отправляет в тест, типа, оно in-test. Но здесь вот может быть тестинг для того, чтобы вот in-test, и уже это отдельная колоночка получается, где тестеры сами выбирают, что им тестировать на данный момент. Тогда типа интест это как бы подвисло в воздухе, а тестинг это получится, что оно уже в процессе, кто-то ее взял. Но опять же, если кто-то ее взял, значит он подписывается. И чтобы уменьшить количество этих статусов, можно делать так, что оно девелопер, то есть не девелопер, а пока оно не подписано, оно в воздухе. Оно просто, кто-то из девов может его забрать. А как только она подписывается, значит, она уже, человек работает над этим таском. Вот. И, собственно, уже никто не может его перезабрать. Пока тот человек, который на него подписался, взял на него, на себя ответственность выполнения его таска, он не передаст его либо в тест, либо кому-нибудь другому, либо отдаст обратно на анализ. Потому что, ну, мало ли там какая-то херня написана. Окей. Блять, а Ctrl-Z не работает. Ну пиздец. Ну пиздец, тварь. Вот. Сука. Ctrl-Z не работает, ребята. Если вы уже сделали, то давайте Ctrl-Z. Ай, бля. Ладно. Идите в шоу. Вот у нас, кстати, и реально баг. То есть Юла, допустим, еще, ну так скажем, а вот это вот suggestion. То есть внутри игры мы не сделаем отправку ошибки. Можем только
рассказать о том, что она есть. Ладно, хрен с вами, давайте примем. Так, примем. Принять, да, принимаю. Интересно. А, забавно. То есть они сделали здесь прокрутку. Но в принципе можно взять и здесь отметить. Не считая. Да, забавно, забавно. То есть чисто технически можно взять и не читать. А потом типа, я нихуя не читал, извините. Продакшн эпик, да. Это даже не пол 47. Ну ладно, черт. Давайте. Ну что, это я уже пытался там. Это я, да. Кстати, интересно. А, есть ограничения. Это хорошо. Хорошо. Home, кстати, работает. Home and работает. Так. А вот тут вот можно ебануть сколько угодно. Интересно, Ctrl-V работает, нет? Ну да. Но если сильно пытаться, то можешь попробовать. Можешь попробовать. Смотри. О, оно работает! Оно работает! 3, 4, 5. Так, сейчас, где там? Надо внешнее. У меня тут были такие. Ну тоже интересно, сейчас посмотрим. Сейчас мы попробуем. Так. Значит. 50. 50. Сотня. Так. Так, 200. Сейчас мы попробуем. Херахнуть. Да. Так, сейчас. Сравнивай, сколько есть. О, тут есть 200. Да, хорошо. О, хорошо, я согласен, давайте. А, 398. А? Давайте сюда. Ну давайте, давайте, давайте. Херачить. Больше. Нужно больше херачить. Так, 3200. 6400. Вот, вот. Они, видимо, просто паттерн сделали того, что сколько можно. Что, сломалось? Сломалось? А? А? А вот, ни хрена. Копируем. Накопируем. Давайте посмотрим. Самая простая ошибка, которая может быть. Ах. Ну вот почему вы не делаете это? Лимит. Ну, скорее всего, эта ошибка будет в клиентской базе, а не, то есть, у клиента, а не в конце. Потому что вот смотрите, сейчас оно показывает, что вот это обрабатывается, но оно в принципе работает. Я еще никуда не отослал. Но явно оно уже такое, а что это? Зачем вы мне это дали? А вот, сломалось.
Да? Си. Оно мне показывает, а Ether TCG Win64 is not responding. Ну, даже если я подожду немножечко, что-то мне будет от этого. Ладно, закроем. Закроем эту программу. Окейшки. Запустим заново. Она запускается. Так, ну что же, регистрация. Сообщение об ошибке. О, кстати, сюда можно же запихнуть всякой херни. Ха-ха. Да, давайте. Сколько там у нас? 5, 10. Вот это за то, что вы это самое. Я писал, а оно. Сколько здесь вообще? Давайте еще сравним. Так, выбрано 2520 символов. Тысяч 500, окей. 5000, 10000, 20000, 20000, 60, 80, 100, 100 тысяч, да. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, миллион! Миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все, понеслась. Да. Сейчас она скажет, ты пошел ты нахер. Сколько здесь? А, тут всего 16382 символа. Да. Ну, допустим, окей. Так. Это, конечно, интересно. И тут 16382 символа. Окей. Отмена. Ну, вот это, конечно, прикольно. Прикольненько, интересненько, да. Регистрация. Принимаю, принимаю, да. Давайте далее. Окей. Так, где у нас тут миллион? 10 миллионов. Полда. Пароль. Ну да, 10 миллионов символов оно не выдержало. Ну, в системе от этого ни холодно, ни жарко, но, в общем-то, интересно, если на другом конце у них там, допустим, база данных про там, это какие-то маленькие числа ориентированы. Да-да-да, давайте закрывайте. Ну вот смотрите, вот сейчас у меня тут 16382. Это выбрано с этой самой. Да, я согласен. Поехали дальше. Так. Ну, конечно, это было бы здорово посмотреть, куда они сохраняют всю эту информацию, да. Вот, куча рандомной херни. Вот. Андрейдина, да. И реферальный код. Реферальный код, кстати, ограничен. Тут, кстати, сколько сейчас, давайте посмотрим. А, тут, кстати, давайте зарегистрироваться. О, внезапно 18 символов не должно превышать. Ну, окей. А здесь вот так вот. Ладно, хрен с вами.
А, я не буду это. Не пишите мне. Ага. Да. Ну, хотя это довольно очевидно. Так, 1, 1, 1, 1. And 1. 1. 1, 1. 1. 1. 1. 1, 1, 1, 1, 1. And зарегистрировался. Yes. Давайте посмотрим, что мы там нет. Кинули, далее, далее, кинули, кинули, далее. Па-па-па-па, Steam. Нет, это не Steam. О, Resident Evil по скидочке. Ну, правда, не такая большая скидка. Yes, verify my email. Yes, you can now log in. Yes. А, подождите, проверить. Ну, давайте, один. Один, 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 один. And registration. Дай. Во! Что это такое? Что у меня тут еще? Я уже... А, тьфу ты, блин. Ах! Что ж вы делаете? Это вот, кстати, косяк UI. UX. То есть я как бы зарегистрировался, можно было меня уже и пропустить. А вот тут вот регистрация, войти, что-то вот как-то... Можно было... Вот косяк. Мне кажется, это косяк. Что, видите, я вот промахнулся, скажем так. Обновление языков. Хо-хо-хо-хо. Ну давайте, что это за хрен с горы трехпальцевой? Почему он весь такой вот лабистый, а пальцы у него такие ровненькие, и ногти еще зачем-то? Вот как-то не совпадает. Добро пожаловать в открытую бета-версию. Хе-хей, присоединяйтесь в общество в Дискорде. Да, можно что ли? Да, можно. Да. Окей, наша команда стремится и развивается, да. Давайте, конечно. Дайте мне. А дайте мне монету и дайте мне коня. Да. Магаз. Ах, ах. Тут что-то оно убирается как? Подожди, что за херня? Тут вообще непонятно, что происходит. Ладно. Вот это очень медленно переключается, кстати говоря. Так, давайте обратно. Подождите. Ну что вы меня тащите? Вот очень-очень настойчивые люди, а? Ладно, поехали. Фродо Рагнульф. Здорово. I will not go easy on you. Ну, классика жанра настолок, да. Окей. Каждый игрок 30 очков здоровья разными способами. Да-да, далее. Далее. Господи, сколько всякой херни. Вот что-то последнее время игры какие-то очень такие, много всякой менюшки всякой, которая реально подбешивает. Типа, ты не успеваешь что-то сделать, тебе уже как-то закинули всякой штуки. В итоге перехватывает, перехватывает, перехватывает управление, ты чувствуешь себя беспомощным каким-то ребенком, который вот на, вот забирает, забирает. Да, хорошо, мулиган.
Да. Ну ладно, черт с вами. А я хотел другую, может, заменить, что вы мне даете. До сих пор не работает, да? Почему не... Ну, такое ощущение, что в последнее время хороший UX-специалист это кто-то на вес золота. Потому что сделать качественную менюшку, GUI, ну, то есть, скорее всего, даже не GUI, нарисовать это не проблема. Потому что рисуешь поверх уже идеи. А вот придумать идею хорошего интерфейса, вот это вот реальная проблема, как бы. И вот почему оно вот так ток-ток-ток-ток меняется. Вот светлое, темное, светлое, темное. Ну, то есть такое. А! То есть, я не эпилептик, но я бы пожаловался. Просто перетащите. Какая хрень. Вот тут вот что-то. Вот этот вот эффект такой странный. Так. Потому что он спит. Ну, блять, вы играли в МТГ? Надо спрашивать. Да, ёб твою мать. Ну, простите на мой французский. Ну, реально, то есть, как бы... Я только начал присматриваться к полю. Мне раз херак тебе, на раз тебе херак вот это вот. Ну, чуваки, блин. Так как у вас больше нечего делать. Ага. Ну, в целом симпатичненько. Так, что там? Ага, существо прям. А, блин. Да, давайте. Ну, звука не хватает, да. Очень не хватает звука, так, чтобы... Да. Я умер. Продолжаем атаковать. Хорошо. Так. Как там было? Блин. Черт побери, как назывался этот старкрафтовский... Старкрафтовский... мир. Черт его знает. Ладно, забыл. За Мордор. With each victory!
We grow closer to reaching home. There, I will release you from your bonds. И прочее там, да. Со звуком что-то не работает, то есть оно как-то так опаздывает. Покаяние. Давайте выберем. А может не надо, может не будем выбирать палача, а, ребята? Ну давайте выберем. А, не такой ты ужас. А почему дважды нужно? Почему не одиннажды? Тут вот как бы держишь, и тут внезапно дважды нужно. Что это за UX левый такой? Прям сюда, да? А что это за такая? Что это за точечка такая? Да? Квадратик видите? Вот прямо вот здесь вот. Ярость огня. Я не хочу ярость огня. I need more ether. Ether. Или да, а вот здесь вот ни хрена не работает, да. Или путешественника. Вот оно как. Текст слишком большой. Окейшки. Мерзость. Блин. Ребят, слишком много текста, я не успеваю даже. Просто напишите вот, ну, мне хочется самому посмотреть, как бы. Вот оно тут вот где-то появляется, а что оно появляется? Я так думаю, что вот черный цвет, сейчас еще что-то надо смотреть, вот. Тут ни хрена, вы потом берете, забираете у него управление, и я... Меня плющит. Да. Ну, наконец-то мне дали контроль. А что вот это за текст такой появляется? Ответ, окей. А можно было просто, вот, чтобы я зажал и смотрел. Оно же все равно больше ничего интересного не дает. Бес. Пауз демон, окей. Тут что-то. Что это такое? А, типа замьютить? Или что это такое? Что это за крестик? Вот. Что это такое? Не... Да-да, давайте побольше. Ультра. Давайте громкость голос. Вот это вот. Звуковых эффектов я пока еще особо не видел. Угу. Окей. Окей. Давайте всех. Вот прямо сейчас. I placed you there for a reason. Be sure to follow my orders. Orders, yes. Конец хода, давайте.
Что ты там мне гадости всякие делаешь, а? Бич буря, щит. А я не понимаю, что это такое. Щит. Что такое щит? Вот я бы сейчас вот взял и посмотрел, что это такое. Давайте сюда. Now, I want you to fight hard and show me what you can do. Угу. А вот сейчас я бы хотел посмотреть. Вот как-то немножко... Такое ощущение, как будто вот это вот должно было быть немножко в другом месте. И на Ultra HD не было протестировано. Угу. Вот эти рамочки непонятно куда идут. Так, хорошо. Сколько бьешь? На 2, да? На 2, на 1. Окей, сгорел на работе. Сгорел на работе, да. And... My axes cannot strike that right now. Сгорел на работе. Ой. Да. I shall offer no mercy. Attack! А я могу атаковать? Это не может атаковать. Окей. Конец хода. Давайте смотреть дальше. That thing. It brings back memories. Unpleasant memories. I'll soon cast them away. Я не говори. Властелин чумы, ого. Я подожду. Да-да. Ой, как долго, как долго. А можно... закрыть? Так. Есть какие-то опции прямо здесь и сейчас? Нет? Нету. Окейшки. Так, подожди, а я могу вообще его вызвать? 8 штук. А у меня всего 6. То есть чисто теоретически. Чисто теоретически не могу не. Вызвать. Ну да, ну да. А что за хрень? А нахер мне тогда? С вами. Ну, меня сейчас забьют, скорее всего. Где-то что-то я не понимаю. Почему? У меня же броня. У меня броня, ребята. Like I showed you, together. Первым добью. Ага. Нанесите. Что-то как-то маловато. Чем ты бил? Или это какая-то фишечка? О, смотрите, да, стало больше.
Давай, конец хода. That creature must be a nightmare from old father. It is the only explanation. Или Ильнир 3. Красавчик. А, денег нет, но выдержите. That creature must be a nightmare from old father. It is the only explanation. Yes, it is. Bam, bam. Звуки не работают, да. Like I showed you, together. Ага. Что это такое? Что за спецэффект? Непонятно. Раунд 13, да. Давайте. Я могу тебя атаковать? Могу. My axes cannot strike that right now. Могу. Do you think that thing will stop me? I will mount its head on the bow of my ship and use its skin for my sail. Много болтаешь. Feel my determination. Yes. My axes cannot strike that right now. Такой. Ух. My axes cannot strike that right now. I cannot do that just yet. Mm-hmm. Давайте по максимуму, так чтобы она. Yet another battle won. One more step towards reaching my land and helping my people. Yes, helping my people. Всех убью, всех. Окейшки. Окей. Подожди, вы мне уже давали, может? Нет? Блин, какой-то... А, что это? Какой-то очень неотзывчивый интерфейс, реально. Я бы на самом деле даже не играл в эту игру. Пока что вообще как-то... Ах, жесть какая-то. Сейчас попробуем. Ультра. А оно все равно на весь экран. То есть больше... Привет, Мадрид. Собрать колоду. Давайте посмотрим. И вот этот вот эффект, который вот должен как бы вокруг карты, но... Карта, давайте карта, что там у нас?
Да, я согласен на это. Сохранить пока. А, не, стой. Что это такое? А, понятно. Ух ты ж, сколько ты ж ваш этих самых принтеров. Ядрит Мадрид. Редкость. Ой, ядрит Мадрид. Что-то я привык там. Мотыги 4. Не, 5 земель и уже. Раз, блин, стартовый набор. Да, подожди, ты по дважды ее кидаешь, да? Сколько можно? Да давайте всех, что там? А, вот, сегодня где? Страшимы, давайте, давайте, палач. Сбросить. Пока надо. Обычно поиграть. Так, что там у нас? Ранговая дуэль. Да, тут уже выбираешь. А там еще тоже выбираешь, тоже. UX не доделан. Не допродуман. Ну что же, перед важным матчем, конечно, чаечек. Давайте поищем противника, есть ли кто. Будет забавно, если я никого не найду. Типа, кто это? Что это за игра такая непонятная? Да. Когда я думаю про эти ТЦГ, эти трейдинги. О, прикольно. Да, взять все. Там разберемся. Пока я ничего не понимаю. Но мало ли. А, подожди. Я не понял. Что происходит? А, это думаю. Так. 4, да? Угу. Но у меня тоже особо ничего там. I know I was harsh, but I needed to toughen you up. You are ready. I know you can win. Все сдохли. Отлично, план. Откуда у тебя такая хрень? Что это было? Так, уже две, да? Чисто технически ее нужно выпускать чуть позже. А, да. I cannot do that just yet. Надо было бить. Она не предупредила. Ох ты ж какого лофт-мародера.
Так, три, да? Так, что там у нас? I need more ether. Да, давай, посмотрим. Попробуем таким образом. Mother of two. Мать двоих. А что это? Почему вы мне не дали? А, типа дополнительную карту дали. Ох ты, что это такое? Сон. Ткач снов. Как неудобно, да? Лучше бы дали вот просто вот точно так же рассмотреть эту карту в обычном виде. Так, что там у нас? Палач. Палач, палач. Так, палач, палач, палач. Бич, бури. Now, I want you to fight hard and show me what you can do. Нет, нет. Ух, что это было? Ух, это было больно. Я не помню, это было. Ну, допустим, вот так вот. А, надо было этого пнуть, а потом разопнуть. Что страшного сделаете? That thing stands in my way. Remove it, or I will take it from you. Что-то пошло всяких вот этих. Что-то стоимость карт в вашей руке понижена на один. Охренеть себе. Рано.
вот как раз один урон всем. Я не понял, что за херня была. Я ж нажал-то. Что за херня? На самом деле не очень удобно. Мне нужно тут тыкаться, смотреть, что тут вообще как бы. Я бы хотел все сразу видеть, ну, или по крайней мере как-то так, ну, чтобы они разложились. Это вот чувак слишком много места занимает. But I will take it from you. Ну, меня сейчас побьют, конечно. Что делать? Это всегда вот в этих трейдинг карт геймах о том, что, блин, там вытаскивает какой-нибудь. Хреная карту, это, блять, откуда ты такое достал? Ах, да, и поэтому мне не очень нравится. То есть я в мотыгу играл в свое время, но остановился на каких-то... Да, блять, что это было? Что это за нахуй был? Сдохни ты уже, собака. Резвый. Так, что-то может сдать. Конец. Пипец, сколько вот всякой херни. Почему? Можно же было просто показать вот эту вот карту, как есть. Ход. Окей. Нет, подожди, не мой ход. Она думает. Сейчас будет гандошить. Do you think that thing will stop me? I will mount its head on the bow of my ship and use its skin for my sail. Да, блин, хватит вот этой херни пафосной. Может, это звук там что-то? Да, музыка тупая на самом деле. Так, у кешки. Так, что там у нас? Голодный пожиратель. Давайте вот это вот поставим. Да ёб твою мать, что у тебя не так? Что это за хрень? My axes cannot strike that right now. А, то есть этого нужно бить. Ладно. Я пока не понимаю. Ладно, давай, конец хода. Вот кнопка тут, кстати, не работает. То есть она не обозначается о том, что можно как-то это сделать. Да ладно, я уже. Я знаю, что я просрал, что-то это самое выеживаться. Так, 6-7, да? Ну, давайте раз.
Да ёб твою мать, что это за Непонятно. Be sure to follow my orders. Надо читать, что за... Вот тут две нужны эти самые. Надо два раза кликнуть. Что это за UX? Хрень неправильная. Угу. А, нормально. Да. My axes cannot strike that right now. Не будем бить. А сейчас, конечно, это расхерачу у него. Ну, давай, мочи. Так, чуму, конечно, давайте. Тик-тик-тик-тик. Вот нету ничего такого. Почему нельзя было вот такое, и потом типа... А, чёрт, непонятно закрыть. Окей, уж китай 6. Сколько у нас там? 7, 8. 4, да. Now, I want you to fight hard and show me what you can do. Я, блядь, не понимаю, что происходит. Из-за того, что вот тут вот эта проблема с интерфейсом, меня плющит реально. Ладно, 3 так 3, давайте сыграем 3. Все. I cannot do that just yet. Смотри, что-то сломалось. Где-то что-то сломалось, да. Подожди, чей ход? Твой? Окей, твой ход. А, какая-то дрянь, хрена себе такая. Как-то все очень долго. А может и нет. Вот, давайте. Bring them war! Bring me victory! Но показалось, сломалось куда-то. My axes cannot strike that right now. Эй, бля.
This will only slow me down. I will still make it home. Let's Mother of Two. Да, давайте. Кликните в любом месте, чтобы продолжить. Конечно. Так. Так, магазин. А, магазин я был. Там говно интерфейс, да. Вот этот вот такой вот. Говно интерфейс. Это тут получше. Но это можно было прямо здесь выставлять. Не надо тут это задание. Реферальные награды. Вот тут вот, кстати, крестик есть. А там, по-моему, тут нет. Это... не единообразность интерфейса. Херня. Так, дальше. Портал eSports скоро, да? Собрать колоду. Да, в жопу собрать колоду. Давайте будем играть как есть. Я немножко устал. Контрольно. Она не готова, ее выпустили в бету. То есть она не готова с точки зрения удобства и какого-то интереса. Ну, то есть комфорта игрока. Не то чтобы... Она вроде бы как интересна. Вон, я смотрю, как это... противник играл. Он понимал, что делает. А я вот тут играю, я вижу... хуёвый... UI с хуёвым UX, и, в общем-то, ну ладно, не настолько все плохо, но явно не на дело. И это как раз-таки из разряда то, что убивает интерес. Ну, по крайней мере, у меня. I will not go easy on you. Так, заменить... мне пока ты не нужен. Ну ладно, хорошо. Так, ты опять первый, да? Гони ее душу, страж. А, теперь я хожу? А как понять, я хожу, не я хожу? Реально, чертовщина. Все, нажал. У меня нету, у меня не светится эта штучка. Окей. Вот как-то нажимается хреново. Да, все, конец будет. Спасибо за внимание. Что такое? Пластилин чумы. Now, I want you to fight hard and show me what you can do. Ага. Все, я больше просто больше не имею. Алфабет. Фабис Хиру. Что это? Это может быть какой-то бот напротив меня играет. А я не знаю. Ну ладно, не важно.
Дисциплину всем ваш. Давайте вот это возьмем. Бич бури. Да, у меня все. Вопросов больше не имею. А, надо было этого сдать. Вождя. Ага. Так. Подожди, это два или три раза можно было сделать? От... Где можно увидеть, сколько раз я это уже сделал? Типа вот эта вот штука, наверное. А, вот, да, я вижу. Тут камешки. Эй, собака. Вон у меня. Бей этого. Он сильный. Он выдержит. Ладно, страж. Страж, ты страж. I know I was harsh, but I needed to toughen you up. You are ready. I know you can win. You are ready. I know you can win, да? Наверное, я пока не буду. Окей, конец хода, давайте. Следующий этап нашего марлезонского балета. Ни звука, ничего, ну. Это нельзя было пока еще выпускать. Оно должно быть приятным. Отчекиваться так. Вы не готовую обертку дали. Вот это вот я не люблю. Вот это интересно, конечно. Now, I want you to fight hard and show me what you can do. Fight hard and show me what you can do. Конец хода, давайте. Что вот это такое? Оно же не обозначается никак. Победа Hero. Свое существо или выберите существо противника. Вот не хватает тут вот этого просмотра. You should give up now. I have survived worse horrors than you. И что это вот это за... Ну ладно. Что это было? Что ты мне сделал? Пум пум па паре пум паре пум паре пум па паре пум 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 пум. I found you. I trained you. I know you can do this. Кого-то там запаниковало, да?
I shall offer no mercy. Attack! Ладно, хрен с вами. Почему ты? А, твою мать, блядь. Если бы они предупреждали как-то. О, прям такое огромное. Хрен, да? Сумеречный плащ. Эффект раскрытия ядри, смотри, да? Так, 3, да? А у меня тут 3-6, да? Супер. Конец хода. Do you think that thing will stop me? I will mount its head on the bow of my ship and use its skin for my sail. Раскрылся, да? Эх ты. То есть кто ходит? Вот не понимаю, кто ходит. А, ты еще ходишь. Окей, ты ходишь. Хорошо. Понятно. А нахрен с тобой? My axes cannot strike that right now. You should give up now. I have survived worse horrors than you. Yes, I did. На самом деле, все вот это такое игрушечное тут. Понятно, они хотели такого эффекта или не хотели. Это что за кобылка-страшилка? Ага. Раунд 10-7, да? Now, I want you to fight hard and show me what you can do. Что это было? Что это было? Что это было? Ах ты кобылка, страшилка. Ну и все, что там. With each victory, we grow closer to reaching home. There, I will release you from your bonds.
Чё-чё, Бонс? Yet another battle won. One more step towards reaching my land and helping my people. Helping my people, да. Окейушки. Так. Магазин. Ну давайте все-таки попробуем магазин. Сейчас небольшой перерыв. Ой, я нажал End, и появилось это. Ладно, сейчас. Ну что ж, продолжим дальше наше изыскание. Итак. На чем мы остановились? Здесь явно лучшего качества интерфейс, который мне сразу не понравился. Он работает по-иному. А, что это такое? Клейм. Вот, как-то он очень хреново запрашивается до серверов. Тут непонятно, надо ли клеймить. Премиум пакс, мистери боксес, бустер пакс. Ну давай, опен пак. Окей, хорошо, опен пак. Я пока не понимаю, что происходит. Но это просто UX недоработан. Да. Так, промоушен офф. Что за хрень? Квест accomplished. Что это такое, да? Все подтормаживает слегка. Почему-то меня вытащило на другой экран. Ну, давайте welcome. Ну, вы видите, я уже написал, а оно вот... Deck builder, да, окей. Суровая. Так, что там у нас? Понинс. Это не то. Верните обратно. Очень плохо работает здесь, я не знаю почему. Что-то здесь не так. Бля. Сильно лагает, просто невозможно. То есть во всем остальном, в остальных местах. На. Давай. Арбайтен. О. Конец. Окей. И блессинг, да? Сабмит. Непонятно. То есть все было на русском, теперь на английском. Ну, да. Это, видимо, какая-то другая часть, которая... Это wallet какой-то. Не хочу я wallet никакой подключать. Так. Currency store. Booster паки. 435. Nightfall. Такое очень МТГшное. С... Ей, шоу коллектед. Давай, пунпак. Thank you.
Окейшки. Так, теперь у меня 135 копеек. Ух, ничего себе. Так, Adventurers. Кто-то таки... О, прям. Ну, отлично, давайте попробуем. Тут же можно было тыкать. Видите, как она переключается? То есть, это подгружается потом. Бояр. Равенджер. И вот это вот в главной менюшке. А вот этого мы подобрали, да? Так. Я не хочу. Это прекрасно. Да, вот здесь вот, походу, они тупо браузер включили, а он не работает как надо. Да, я не могу здесь сидеть, честно говоря, это как-то. Вот это вот хорошо, а вот это вот такое себе. Давай, пробуем приключенца. I will not stop! I will not stop! I am Haro! Давайте. Драконёнок прямо из этого King's Bounty. Так, давайте, чё там? Тип реликвия. Эффект. Редкость. Легенда. Ладно, херня. Вот это можно было вот сюда вынести, на самом деле. Вот это вот, потому что фильтр. Так, что это у нас такое? Это что-то охрененно редкое или охрененно нередкое? Угу. Угу. Драконы, драконы, драконы. Каратель. 4.30 карт можно набрать, да? О, это интересно. Оружие, дисциплина, ледяная стрела, хорошо. Я, короче, сейчас просто всех толстых понабираю, а там разберемся. А можно как-то сбросить всех на самом деле? Угагака, да. Издание, стартовый набор. Ах. Сейчас. Честно говоря, не очень удобно вот это выбрать. И вот это выбор. Такой момент, который меня всегда... Нету такой, да?
нету такой, окей. Редкое применить, нету такой. Необычное применить, оу. Окей. Дальше. Обычное применить. Да я не понял, это что такое? Йога. Тебя раз, да? Уф, побеги, Гримеров, давайте. Жертва Мороза. Жнец Мороза. Так, дальше Эпик. Конечно, давайте просто всех редких. Нахерачим, мы там разберемся. Так, что-то уже много карт. Честно говоря, хрен его знает. Все, сохранить. Сохранить, да. Хрен ее знает, блин. Давайте, это последний раз будет, и там разберемся, но как бы не, уже не сильно важно, что это такое. А, баги. Вот везде в одной с... Да, это везде так не работает. А это что такое? Давайте я потом... У меня ощущение, что это выход, но он так здесь обозначен. И это такая неоднородность. Бывает. Ах, господи, боже мой. Эспаньол. English. Давайте English. Кстати, create report. Create report. Нет, она везде так работает, да. Ranked Duel. Store. Да, это браузер. Так. Ranked Duel. Да, давайте. Угагака. В смысле? А чё вы мне дали создать ее тогда? Так, билдер. Окей. Нет, подожди. Так, билдер, я же сказал. А, вот, edit. Слишком много кнопок. Можно было просто нажимать и отправляться туда. А, ну давайте вот этого, сейв, да. Все, пошли. Поехали. Поехали, надерем попу какому-нибудь нетоварищу. Ну так, you should run now.
зубами как-то при. То есть издалека не видно, а вот вблизи. Такая. Так, шаффл. Давайте вот это вот. Вот это вот тоже. Реплейс. Реплейс, я сказал. Че? Я второй все равно играю, да? Кила. У меня такое ощущение, что здесь одни боты остались. Chaos Flash. Окей. Подождем. Подождем. Давай. Да. Да, все, что там? Нужно было херачить. Или не нужно было, разберемся. Давай, думай. Бот ты или не бот? Блин, Наськи какой-то злой. Так. Вот это интересно, да. Давайте попробуем, что это такое было. Задержка старта. Attack that one later. У тебя особого выбора-то не было. Но все равно хреново, что вот это вот больше, чем вот это вот. То есть я бы хотел, чтобы это немножко повыше было. Вот здесь вот так вот. Тут же такая. А это могло быть только таким вот кусочком. Три, да? Три. Guardian Incarnation. Ну нет, что-то как-то. Нет, не просто, вот этот. Charge! Ну, ни о какой синергии. Тут пока еще нельзя говорить, но вот что-то. Как-то так. Так, что там у нас? Solace, Feel No Pain. Почему? Куда вот эти вот все? Не только... да. I only just moved. We'll have to wait. Ох, как страшно. Еще хрень. Ау, больно. Это было больно. Давай вот это вот возьмем, да. Подожди. Good! This one is strong and quick. It will help in battle. Подожди, дайте мне посмотреть на нее. А ты или тут пофиг? Тут можно было жетвить, вот, окей. Че там?
ты ж, как... Это было больно. И это было больно. Ты пожалеешь об этом. Смерть. Я вот это возьму на будущее. А, нет. Together we will bring down the enemy and feast on their flesh. Ну давайте, 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 давайте. А, сколько тут ходов? Надеюсь, за 10 ходов управимся. Давай, думай, думай, Кило. Давай-ка, да. Tear it apart! Окей. Together, we will bring down the enemy and feast on their flesh. Окейшки. Сейчас он тоже какой-нибудь вытащит страшненькую карту. Что это за хрень? Триггер каскация. Это непонятно. That one? Why even bother? Yeah.
Так, расшафл. Сколько мне? 6, да. Окей, дальше. Стоит, не стоит. Не, пускай. Все. Слишком много думал. Слишком долго думал. Да. Да, надо было сделать просто трансляцию все это. Там бы разобрались. Ну? To think I did all that. Что это за хрень? Непонятно. Но очень интересно. Как говорится. Так, окейшки. Ах ты подлез. Так, значит, 7 карт, да? Давай. Что такое? Дальше мы... Так надо. Move, or you will be hurt as well. Бля, это что ж такое? Ладно. Но пока позиция у меня лучше. Больше карт. Че вот это произошло, непонятно. I am low on ether. I must regain my rage. Колбасить сильно, да? А не, смотри, реген. Так, что там, Star Shatter? Так, ух, надо брать. The ice bolt, да? Да. Taste the bone of my blades. Что это дает? Непонятно. Кого-то добили. Непонятно.
кто ходит. Bring me something worthy of my time. Как интересно. Так, тут вот трудно считать иногда. Так, что там у нас, да? Пам-пам-пам. I'll have to attack that one later. Звук какой-нибудь дали бы, это тук-тук-тук-тук. Окей. Больше двух дамажей не может дать, да? Окей. 13. Да? Ах ты собака. Taste the bone of my blades. Собака бешеная. Да, все, у меня все. Да надо было бы, может, вот этого использовать уже. Another body to add to the pile. Да, давайте. А, подожди, конца. То есть можно так, да? Что там у меня? The judge. Забавно. Так, и 6. Так, что там у нас? I only just moved. We'll have to wait.
Another body to add to the pile! Да, короче, непонятно. Блядь, он все спит. I am low on ether. I must regain my rage. Окей. Ну вот как-то так вот. Наконец-то я закончил. Не то чтобы мне. Это простая с точки зрения визуала игра. То есть тут, конечно, есть куча всяких мелких штучек, но это, в общем-то, карточки. Карточки и стол. И это не шутер, в котором что-то все происходит, ты бегаешь и так далее, там, не знаю. Это не стратегия, в которой где-то там ходит, а хотя, в принципе, та же стратегия, да. То есть, и здесь важна каждая деталь. Ты пока ждешь, ты будешь это замечать. И, собственно, от того, насколько... Ну, и вот эта вот гонка со временем, она заставляет тебя стрессовать. Она заставляет тебя придрачиваться, ну, в смысле, придираться к любому косяку, который имеется. То есть, у тебя, с одной стороны... time-based, а с другой стороны вот это вот стресс. И как вы видели, я просто в определенные моменты там просто не успевал атаковать, потому что у меня нужно было разобраться с интерфейсом. И это печально, да, это печально. То есть странно, что они сами это не выцепили. То есть... Все-таки есть ощущение, что у них весьма ограниченная команда, которой они могут всем этим заниматься. Вот. Что еще можно сказать по этому поводу? Что... Что... Да, интерфейс не вылизан. Спецэффекты не сделаны как надо. Там какие-то... эти цеплялки интерфейса тоже никак не сделаны. Ай, не знаю. Короче, все упирается в интерфейс. Что касается самой такой игры, как она выглядит, ну, на самом деле ее трудно. То есть, если мы говорим, что Heart of Irons раскрывается на 400-м часу, то на первом часу вот это Trading Card Games точно нельзя понять, как она работает или нет. И если бы она была идеальна вот с точки зрения UI, GUI, UX, то да, это было бы интересно продолжать. Но вот помните, что случилось с Валдовским артефактом? То есть, с одной стороны, вроде неплохая игра, с другой стороны, ну... То есть это качество, которое могла позволить себе миллиарда
миллиардный владелец игрового магазина, она все равно не взлетела. То есть, а тут у нас явно что-то поменьше, но вот она соревнуется с мотыгой, она соревнуется с там с Скайримовской, как там Elder Scroll, ТЦГ, там чё бы там еще не было. В общем, как-то, мне кажется, они рановато в эту версию ушли. Безусловно, это не полноценный релиз, но тем не менее, тестировать здесь много, и это вот хитрая штука, которую они придумали насчет того, что давайте, хотите к нам на работу, заполняйте эти репорта. Ну, да, не знаю. Это забавно. Это крайне забавно, да. Ну, нет, ну, если платить буду, то буду делать. А так бесплатно, нет, извините. Да, есть куча других, есть другие миры, как говорится. А тем более, что это трейдинг-карта, это такая... Это игра с не с конечным, так сказать, итогом. Это не с конечным результатом, а с кучей разных результатов. Я уже забыл, как это математически называется. Не экспансивная, а... Ну, неважно. То есть... Здесь баланс никогда не будет дотащен до конца. И это меня смущало в реальной мотыге, где я просто раскладывал там. Я только начинал, в общем-то, раскладываешь карты перед собой и там перед тем, как пойти на этот слет мотыговцев. Так, раскладываешь карты и думаешь, какую же колоду мне сегодня придумать? Там что-то такое, как же мне проапгрейдить мою колоду, там, чем же мне проапгрейдить? Вот, и это постоянное вот это думание, оно так, ну, я, наверное, воздержусь. Я предпочту какие-нибудь кооперативные игры, а не против друг друга, если в этом нету никакой жизненной необходимости. Вот, вот допустим, ужас Аркхема, Live, как там, LCG, Live Card Game, когда... Все карты известны, ты их можешь только обновлять, скажем так. А тут постоянно будет придумываться, баланс меняться. Вот. Да, особенно это виртуальная игра. Ну, и тут точно так же заманивает игроков на виртуальные карты, на виртуальные валюты. Я даже не знаю, как к этому относиться. Ну, кому-то нравится. Это вообще даже интересно. С точки зрения того, как ты создаешь новые комбинации, пытаешься выискивать что-то, что не предусмотрели разработчики, какую-то имбу. Потом они ее запрещают. Ты начинаешь придумывать еще что-то. Ну вот. И, короче... Это вечный цикл. Наверное, подходит для игроков типа убийца. То есть, которые, может быть, не... Ну, которые любят побеждать над оппонентами. И это будет, наверное, даже их рай. Если они будут получать удовольствие, то это прекрасно. Конечно, я немножко другого типа игрок. Как бы исследователь и что-то в этом роде. Ну, и коммуникейшн для меня тоже важен. Вот, такие дела. Ладно, что касается багов, то, собственно, что мы нашли? Вот самый простой баг. Самый главный баг, который мы тут нашли. Баг о том, как отправить баг. Я даже придумал, как его отправить. Нет, не придумал. Да, cancel. А теперь, если пойти сюда, create report... Вот он появляется, create report, и вот здесь появляется, да. И, допустим, отправим вот такой вот
002. Мы, по-моему, первый отправили или не отправили? Ну вот. Мы даже не отправляли, кстати, ничего. А, bug type cannot be selected. Да. In-game. Так. You cannot select bug type. The drop down list is hidden. It's hidden behind. Это, наверное, просто очередность. Не очередность, это. Господи, как называется? То есть спавнится лист, а его нужно впереди спавнить, а не сзади. Is hidden behind. Так. Как там было? Expected. Expected. Ожидаемое. Expected result. Result. The list would be added. Should be visible. Yep. Visible and selectable. Actual result. List is not visible. Selectable. Да. Severity. Я бы сказал high. Because no bugs you would receive. See. Статус и анализис. Хотя это хуйня, конечно. Submit. Она засубмитилась? Вот засубмитилась, да. Вот. Referral code loop. Да, кстати, интересно. Типа. Вот прикольно, кстати, какие-то штучки тут найти. Блять. Как она тормозит, пиздец, это даже тестировать нельзя. Это просто написать, что. У вас все хуёво. Да? А чё это нам тогда такое дали, блядь? Ну, пиздец. Ну давай ещё раз, последний раз. Он трудный самый. Так, я три раза нажал. А? Нет, не работает. Ладно, все хуйня. Ладно, спасибо, дорогие зрители, что вытерпели со мной все это дело. Как бы, может быть, вы даже чему-то научились. Это я... Будет даже клево. Вот, может быть, вам даже понравилась игра. И вы, может, ее занесете в какие-то вишлисты, где бы она ни появилась. Вот, а может и нет. Ну, я довольно скорбен был в моих оценках. Вот. Но, может быть, это вас не остановит. Как бы, все-таки, кроме того, что... Куча вещей не доделано, все-таки нужно учитывать, что это 0.47 версия, хотя вряд ли это процентный, так сказать, момент, хотя может и нет, ну то есть непонятно. Какой у нас 47-я итерация, а не в общем 0.47 версия. Вот, неважно. Я к тому, что
видно, что сделано уже довольно много, но над этим надо работать. Но сделано много. То есть в это уже можно играть. Да, и это было весьма стратегично. Может быть, даже какие-то синергии составлять, но на это потребуется много времени. Вот. А от меня все. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. И заходите, конечно же, в описание. Там у нас ссылки на Discord сервера Кооператив Дружбы и Human Russian Fleet. Ну и другие социальные сети, конечно же. И, в общем-то, увидимся уже в другой игре. Но увидимся. А на этом все. Спасибо. Пока.